Привет! Я приготовила для вас подборку свежих летних релизов. Новый альбом от Кэлвина Харриса и парочка бенгеров от российских исполнителей. Меня зовут Света, мы начинаем. Snoop Dogg записал коллаборацию с Бенни Бланко и BTS. Трек «Bad Decision» — первое сотрудничество легенды хип-хопа с южнокорейским бойс-бендом. Исполнители поддержали релиз экранизации, в которой Бланко сыграл роль преданного фаната айдолов. Кэлвин Харрис представил новый летний альбом. Дуа Липа, Джастин Тимберлейк, Фаррелл Уильямс, Джорджа Смит, Лил Дарк, Янг Так и многие другие именитые западные артисты собрались на одном сборнике, чтобы подарить зажигательное летнее настроение слушателю. Российские исполнители тоже успели запрыгнуть в последний вагон. Маркул и Тося Чайкина представили сингл «Стрелы». Композиция является переосмысленной версией трека Тоси «В сердце бахнули стрелы». Марк добавил к нему танцевальные мотивы и парочку куплетов от себя, превратив лирическую композицию в потенциальный хит. Нам тесно быть вместе, сука, пойми, нам тесно быть вместе. Мне так не по кайфу, сука, пойми. Восходящий хип-хоп исполнитель Арни представил бенгер «Тесно» со своей грядущей пластинки. На треке появились Бушида, Жо и Аника. Летний сингл уже входит в топ-3 российских музыкальных чартов и готов залететь на летние танцполы в последний момент. Это была подборка летних синглов от Зайцев Ньюс. На этой неделе новый трек выпустит Ники Минаж. А у меня все. Пока.